хотим разработать совершенно новый циркуляционный насос, не имеющий сегодня аналогов на рынке. Нам нужно решение. Есть ли идеи, как мы его будем представлять? Конечно. И в чем же его уникальность? Нам нужен не просто самый энергоэффективный насос. Нам нужен самый лучший насос. Несомненно. Я тоже так считаю. Тогда можно сказать только одно. Полный вперед. Удачи. Спасибо. Цель. 50% насосов Grundfos должны быть регулируемыми. Четкий план вывода на рынок. Важнейшие факторы. Механика, электроника, программное обеспечение, дизайн, упаковка. Компактность? Да. Это реально. Когда вы планируете все сделать? Здесь и начнем. Нет проблем. Где будет зона управления? Вот тут будет зона управления. Давайте изменим индикацию. Управление насосом должно быть удобным. В отличие от стандартного насоса, мы можем применить интеллектуальное управление. И управлять всем одной кнопкой. Да, конечно. Это изделие необходимо доставить потребителю. Это насосная установка. Вы можете ее упаковать. Как насчет наглядной маркировки? Какие будут еще комментарии? Да, нужно сделать еще изменения в блоке управления. Да, разумное решение. И обязательно нужно найти место для размещения блока электроники. Таким образом, будет оптимально. Отлично. Именно так. Нужно перевести эту панель для следующей операции. Для меня большая честь от имени всей команды вручить вам первый насос А-класса. Теперь начато серийное производство. Спасибо всем за работу. Вот так было построено новое производство, насыщенное роботами новейшими технологиями. Если бы ты видел эту мощь, ты бы тоже был восхищен. Такого никогда не было. Ни у кого. Потому что это Grundfos.